Итак, на AliExpress был выписан, куплен и, собственно, уже доставили вот такой вот индикатор. Ну, портативный, я считаю, естественно, утечки бытового газа. Значит, сейчас у нас будет, ну, не первое включение, но одно из первых, потому что я уже, естественно, его пробовал. Вот, поставил батарейки, вот так вот он выглядит. Тут сам сенсор у нас стоит, ну, даже видно. Так, что он из себя представляет? Ну, пластик, собственно, такой неплохой. Видно, что сделан не тяп-ляп, то есть есть и маркировка, и сам корпус неплохой. Здесь стоят две батарейки мизинчиковые. Ну, что по управлению у нас? Кнопка включения и чувствительность. Так, а что у нас входит в поставку? В поставку входит у нас, ну, довольно-таки подробная инструкция на английском языке. Вот, советую ее через Google переводчик почитать, потому что здесь есть нюансы пользования этим индикатором. И это, не знаю, что. Что-то надо код считать и посмотреть, куда там выведет это все. Не знаю, что, какая-то реклама, наверное. Все, больше в коробке ничего нет. Коробочка хорошая. Вот. Сам прибор довольно-таки плотно сидит в упаковочке. В принципе, какие-то дополнительные при транспортировке, я считаю, даже ничего не нужны, никакая пупырка, ничего. Все здесь довольно-таки хорошо себя чувствует. Почему сказал про инструкцию? Потому что вот мы сейчас включаем, и видите, часики. То есть сейчас сам сенсор, который вот здесь вот встроен, он должен прогреться. То есть когда он прогреется, мы с вами сможем выбрать чувствительность и, собственно, приступать к измерениям. Вот, по инструкции прогрев происходит примерно 30 секунд. Вот, но сейчас в доме холодно, то есть дача еще не прогрелась. Вот, поэтому вот будем ждать, я не знаю, 30 секунд. Видео не буду выключать, потому что в любой момент может как бы произойти. А вот, все, хай. Высокая чувствительность. Низкая чувствительность, высокая. Ну что, давайте попробуем. Так, газокомфорка. Сейчас мы ее на секунду включим и посмотрим, какие идут испарения. Правда, здесь вот плита работает. Вот, ну, я думаю, что нам это не помешает. Кстати, давайте посмотрим. Видите? То есть почему-то реагирует на... на не сгоревший газ, может быть. Может быть, высокая чувствительность слишком. Давайте посмотрим лоу. Так, вот. Реагирует, но не подает звуковой сигнал. Так, что у нас теперь касается газа? Давайте посмотрим. Открываем конфорку. Ну вот буквально на лоу, даже на пониженной мощности, за какие-то доли секунды он среагировал. То есть вполне можно проверять. Смотрите, как долго. То есть сенсор довольно-таки чувствительный. Не зря он с каким-то прогревом. Вот. Чтобы точно показывать. Так, теперь включаем хай. Видите, остаточные какие-то явления. Ну и теперь самое интересное. Хотя газом никогда не пахло. Вот, давайте посмотрим. Видите, что-то он унюхивает. Ну, я еще раз говорю, что работает одна конфорка. Вот, может быть, кстати, вот не сгоревшие какие-то частицы газа, они дают вот эту вот наводочку. То есть чувствительность очень высокая. Единственное, что я так все-таки предполагаю, что не должно быть никаких помех
измерением. То есть конфорки все должны быть выключены. Вот видите, газ горит. То есть, кстати, он может быть чувствует, да, то, что есть какие-то пары не сгоревшего газа. Возможно, хотя пламя синее, никаких там язычков красного там и другого цвета нет. То есть, в принципе, газ сгорает полностью. Вот. Но еще раз говорю, что может быть влажность высокая, поэтому вот он как-то реагирует. Давайте еще посмотрим сейчас. Вот. То есть, да, есть реакция, скорее всего, на пар, который сейчас вот выделяется при готовке. Вот. Но здесь я говорю, что кран полностью герметичный, то есть никогда не пахло. Вот. Это нужно смотреть в подвале, где стоит газовый котел. Вот. Ну, сейчас я выходить не буду. Ну, в дальнейшем я сделаю замеры, потому что есть там у меня нюансы определенные, где чувствуется запах газа такой легкий. Вот, несколько соединений. Собственно, из-за этого, то есть был куплен вот этот вот индикатор. Все, спасибо.